заложников. Кто знает это упражнение? Четыре человека. Нет, это человека. Не суперский прием, нет. Это не покер. Вот, это отдельные, так сказать. Покер тоже хорошо играет, для калибровки. Смотрите, берем четыре картинки. Скажем, сейчас мы разобьемся на тройке, но пока вот на данный момент. Значит, я беру там два король-дама. Да? Держи. Угу. Так, на тебе еще один король. Угу. На тебе еще одну даму. Да. Что сейчас будет делать Леша? У него в руках четыре карты. Да. Значит, на каждую карту Леша сейчас будет думать о человеке в своей жизни, да, и нам называть этого человека. Вот. Вы следите за калибровками, то есть вы смотрите за тем, как вот на лице у Леши отражается этот человек. Да? Вот. Мы специально взяли для начала, значит, чтобы было понятно, четыре такие основные яркие калибровки. Это вот активный позитив, да, это активный позитив, я очень радостный, да, пассивный позитив, ладно, да, это я просто спокойно. Значит, давай. Активный негатив, да, еще одна калибровка, и пассивный негатив. Это для демонстрации, дальше можно брать любых людей. Вот. Давай. И мы смотрим. Да. Вы можете брать любых людей. Смотрим сейчас, жизни. Леша называет этих людей. Видно. Дальше мы начинаем угадывать. Значит, ну, мы сейчас погадаем. Да, значит, давайте первую карту я выберу. Да, значит, карты, да. Так, это будет не активный позитив, то есть, ну, мне нужно будет загадать человека. Ты калибровку, да? Не называет, давай, да. Человека. Я представляю, то есть он... Это мой начальник. Да. Подумай. Вот там видно, что ничего плохого, значит, начальник с Лешей не делает. Значит, начальник — это король червей. Дама червей. Дама червей. Желательно. Почти. Широкая улыбка, да, расплывается на лице. Помню. А, значит, это будет его начальница. Ну, то есть еще выше. Ну, допустим. Давай еще раз. Сейчас подумай. Я, да, подумаю о ней. Это оценочное суждение об этом человеке, а мы смотрим на признаки. Да, чтобы угадывать. Да, может быть, она не такая. Так, значит, дама, значит, еще раз, короче, вы начальник. Дама червей, начальница начальника. Да. Значит, король пик. Так, король пик. Это руководитель соседнего отдела, да, мой коллега. И как в прошлом он, скажем так, был, ну, соперник. Руководитель. Вспомни его. Он тебя тоже это позитивно слышал. Я вообще позитивный человек. Поэтому здесь не смотрите, здесь реально у всех индивидуально. Вот где-то может быть не глаза. Может где-то так. Да, покажи, что. Да. Да, еще раз. Чуть немного сильнее там. А ты без очков, да. Или за руки? А ты вообще сбоку стоишь, поэтому хорошо. Не очень видно. Здесь ребята будут догадывать. Окей, а это дама бублей, это, допустим... Теща? Нет. Да не будем, да. Вообще у меня нет тещи, если что. Бывшая теща. Это будет сотрудница одного из отделов нашего большого департамента. Ну, а ближе к Богу, что ли, как-то. Мне кажется, что... Ты не поймешь, это начальница, то ли сотрудница. Ты же. Да, да. Итак, еще раз. Кто знает. Хорошо, давай еще раз пройдемся. Я тебе буду показывать карту, а ты калибровку верни. Значит, окей. Дама бубей. Это была сотрудница. Сотрудница. Смотрим.
Дальше идет дама червей, это начальница начальника. Начальница начальника, а, да. Мы смотрим на нас. Чуть погрубнее, Леша, если можно, пожалуйста. Ну, да. Чуть погрубнее, пожалуйста. И смысл в том, чтобы чуть погрубнее. Мы сейчас будем разобьемся на нас, там уже поменьше будет. Сейчас чуть покрупнее, пожалуйста. Давай еще раз. Еще раз. Начальница, начальника. Вот смысл в том, что иногда, когда долго думаешь, что же меняется. Тут вот смысл в моменте, в первом. Первый, да. Первый момент. Это ну, поэтому лучше взять людей, которые действительно вызывают яркие ощущения. Например, скажем, там, если я подумаю о своей классной руководительнице, да, вот, то это будет выглядеть как вот. Вот так вот, да, то есть, ну, как бы, чуть посильнее, Лёш, для начала, для демонстрации чуть посильнее. Лучше пробуем всю тещу, надо. Это, я уже потом загадаю. Это у нас, значит, начальник. Да, начальник. Любишь ты. Всё, да, начальник. Да, начальника надо любить. Известный факт. И коллега у нас идет, коллега. Коллега. Коллега, да. Хорошо. А теперь попробуем угадать. Теперь мы угадываем. Сейчас я даю Лёше карту, он вытягивает, а мы отвечаем, кто это. Ага. Начальник. Нет. Подождите, я еще не успел. Еще один нюанс такой в этом упражнении, знаете. А как бы вот человек вначале бывает несколько раз такое видели уже. Вначале человек, значит, загадывает всех, вот. Потом начинаем играть, первый круг проходит, и оказывается, что у него тут на лице начинают отображаться новые калибровки на всех тех же самых людей. И вот первый круг, он самый такой вот, знаете, отражающий действительную реальность. Вот. Смотрим еще. Смотрим на лицо. Ну-ка. Противоположного отдела. Коллега. Это была начальница. Ну, я говорю, сейчас мы его расколем. Он это вначале нам и показывал. Тут, теперь мы знаем, уже начальницу определили, начальника тоже. Повтор. Ничего страшного, он уже сказал нам в следующий раз, пожалуйста. Если вдруг в группе возникает повтор, не надо говорить, что повтор был. Вот. А заодно сразу оцените, насколько человек, так сказать, прав. Окей. Сотрудница. Варианты? Коллега. Или начальник, или сотрудник. Они похожи, да? Да, да, да. Хорошо, давайте следующий. Да, потому что позитив, да, правда. Да. Ну, давайте еще буквально там пару раз. Там самые яркие, наверное, эмоции, потому что, поэтому... Здесь, да, вот Леша, к сожалению, не взял никого с негативным отношением, но он тоже замечательно работает из тех, кто в жизни когда-то был. Вот. Ну, потому что надо тоже видеть разные калибровки, и негативные тоже стоят. Давайте еще раз. Либо жена начальника. После этого, которая начальник. Которая начальник у начальника. Да, нет. Еще раз. Начальница. Нет, другого отдела. Мы, наверное, калибровка как на начальника. Это начальник? А, да, они, наверное, похожи чем-то в плане образа. Так кто сейчас? Они же начальники. Сейчас был начальник. Раньше был такой позитив, а сейчас не было. Потому что замыливается. Когда ты
Возьми какую-нибудь ситуацию стрессовую или сильно радостную. Вот мы сейчас мы это сделаем прямо в парах все вместе. Смотрите, я рекомендую, наверное, по 4 карты, дальше меняемся, да? То есть 4 разных человек сделал, да? И дальше ход переходит к следующему. То есть как бы откладываем не рандомно, а откладываем. И еще один маленький совет, смотрите. Я о нем забыл, упустил сказать, да? Вот в самом начале, когда человек показывает, запоминайте для себя там галочку, можно записать, например, в телефоне, какие визуально очевидные вещи на этого человека работают. То есть, если, скажем, этот начальник, да, то что мы, вот мы-то покажем начальника, что мы можем сказать, что вот у него уголки губ, да, пошли чуть выше, да, ну, в общем, как из калибровок, чуть приподнят подбородок, то есть, вот, да, и вот голова двигается в движении, да? То есть, да, вот такие визуально очевидные вещи, да, то есть, если это